Всем привет! Вы на канале VSDE, и в этом видео я расскажу о новой работе на Black Russia, которая появится уже в скором времени. Прошло всего меньше недели, как вышло одно из обновлений на Black Russia, которое добавило нам снег, новые скины, новый город Егоровка. Ну, я думаю, об этом вы обо всем слышали. Ну и сейчас, спустя несколько дней, нам показывают еще кое-что новое, новая работа на Black Russia. Ну а перед тем, как начать, хотел бы, как всегда, попросить вас поставить лайк и подписаться на канал. Для вас это не трудно, а для меня это очень большая мотивация для создания новых роликов. Также хотел попросить вас подписаться на мою группу ВКонтакте. Там всегда вы узнаете о каких-то новых новостях на Black Russia, также на моем канале. Еще там есть беседа, в которой мы общаемся. Пока там совсем немного человек, но если вы зайдете, вас станет больше. Там мы общаемся просто, играем вместе в Black Russia. Ну или вы можете задать мне любой вопрос, там я вам все время отвечу. Ну а теперь давайте перейдем к самой работе. Вообще я не знаю, как она будет реализована, так как я сам ни с кем не общался, я просто увидел скрин в официальной группе Black Russia, в которой они показывают про эту новую работу. То есть уже в скором времени, так как там показано было зимнее обновление, уже типа полностью зимнее все реализовано, то есть скорее всего уже в скором времени, в течение месяца, эта работа появится на Black Russia. Но если вы увидели этот скрин, вы, скорее всего, сразу поняли, что это за работа. Но если не поняли, то это работа дальнобойщика. Здесь у нас вот такой вот КАМАЗ, к которому прицеплен прицеп, скорее всего, отдельно. То есть, скорее всего, вы будете брать машину, потом забирать прицеп. И рядом с ним стоит человек. Это или новый скин какой-то добавят снова, или это форма дальнобойщика, то есть как у шахтера или фермера, специальная форма. То есть не как у механика или таксиста, то что ваш скин остается, а скорее всего вам будет даваться специальный скин. Ну а теперь давайте рассмотрим этот скрин поподробнее. Вообще, находится этот дальнобойщик непонятно где, или на съезде с поворота на южный, там где вот эта вот горка, или на трассе Батырёва, то есть мне не особо это понятно. Второе, что если приглядеться к прицепу, то на нем видно надпись «Перекресток». Также еще можно заметить, что скрин сделан на пинг-сервере, на розовом, хотя обычно все обновления показывают на ред-сервере, на первом. Ну а на этом все, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока!